Привет, народ! Сегодня я вам покажу, как сделать натяжение цепи на вашем мотоцикле. Но также не забывайте делать натяжение цепи, желательно, чтобы вы сели примерно со своим весом и кто-то подкрутил это. Либо вы кого-то посадили с подходящим весом, либо же наоборот, то есть под себя. Если же вы катаетесь часто с пассажиром, со вторым номером, посадите еще кого-то и настраивайте цепь именно так, чтобы она была не перетянута и не дотянута, это обязательно. Смотрите, показываю, проверяем натяжение цепи, то есть видим, что она проседает довольно-таки. И здесь натяжечка. В принципе, более-менее нормальная, но я подтяну. Что нужно? Нужно снять вот этот вот шплинтик, разжать колесо вот здесь. И вот есть натяжение цепи. То есть здесь контргаечка стоит, а вот эту вот мы крутим. И вот наши точечки по натяжению цепи, чтобы мы видели. То есть сейчас у меня уже максимально цепь растянута, она уже, скорее всего, идет под замену, чтобы было понятно. То есть здесь разжали и здесь вот подтянули цепь. Опять же, проверяете натяжение цепи, зажимаете, закручиваете и опять же шплинтиком затягиваете колесо. Вот, в принципе, и вся суть, что нужно было знать. Напоминаю вам также, что я провожу сейчас розыгрыш данного мотоцикла. По ссылке в описании и закрепленном комментарии вы можете перейти и ознакомиться. Условия просты. Набираем 10 тысяч подписчиков, 1000 лайков под данным видеороликом, который я ссылку закрепил. И я разыграю среди подписчиков данный мотоцикл. Тишина.